Спросите сами у себя, что значит Родина для вас? Ее озера и поля, березы, яблоневый спас, вершины гор и пыль дорог, многоголосие лесов, ворчливый горный ручеек, блеск золотоглавых куполов. Быть может, Родина тот двор, в котором вырос, или сад, в который лез через забор чужой покушать виноград. А может быть, она любовь к непокорившейся земле, впитавшей дедовскую кровь сынов погибших на войне. Совсем не важно, где сейчас вы продолжаете свой путь, она повсюду будет вас, не даст пути душе уснуть. Любите Родину за все, красивую и без прикрас. Любите в мирный день ее, любите в самый трудный час. И если надо жизнь свою за жизнь Родины отдать, отдайте, как свою семью, ее умейте защищать. Что значит Родина для вас? Ответьте честно, прочь вранье. Способны ли вы в суровый час пойти в атаку за нее? Не нужно слов фальшивых, фраз. Найдите свой ответ сейчас. Вопрос ребром, не в бровь, а в глаз. Что значит Родина для вас?